Сотрудники госавтоинспекции Северского района при поддержке спонсоров провели профилактическую акцию для юных спортсменов на стадионе «Олимп» в станице Северской. Провели с ними беседу, чтобы в преддверии нового учебного года они соблюдали правила дорожного движения, правильно переходили пешеходный переход и недопущение езды на скутерах без прав. Воспитанникам футбольных секций не только напомнили о правилах дорожного движения, но и раздали светоотражатели. Можно вас пригласить? На секундочку. Не больно? Нормально? Эти незамысловатые элементы способны повысить безопасность пешеходов в темное время суток. Ребята пообещали носить их постоянно.